Московский автобус. Здравствуйте. Сейчас хочу вам показать ворота, которые были построены при Александре I в честь победы его над французами. И он самый первый, когда их построили, въехал в эти ворота. Сейчас уеду, там написано, что я хотела его показать. 17-го... Так, 1800... А что ж такой год-то большой? 1984-й. Великим Александром I. Так, там Лейпциг написано. Вроде бы Париж, француз Париж, а тут Лейпциг. Вот такие ворота у нас. У нас тачка. Вот тачка поставлена Александром Первым, да? А это 17-3. Не отечественный. Забыто. 1834. Мы еще живы. Александр, вот надо посмотреть. Александр I. Так что вот я вам показываю ворота. Построим через Николай Франции. Что это за машина, конечно, открывает. Ну, вот так, вот так вот буду читать. Арские ворота, вот у нас на Московском проспекте ворота построены, как здесь. Она как на тачке. Там вот у нас метро. Метро. Арское. Вот такие замечательные ворота. Есть вот все, вот эти ворота покажу, по-моему. Вот, так что вот так вот. Ну, все хорошо. До свидания. Живет на моем канале. Бай-бай. Ты можешь, пожалуйста, помогите мне на канале. Буду рада. Любой помощи. Вот так вот. И все хорошо. До свидания.